Ну что ж, давайте сразу поговорим о главном предложении дня. И вы наверняка уже заметили, что я примерила на себя этот потрясающий, правильно, костюм. Потому что все-таки здесь две вещи. Это потрясающий пиджак, ну, жакет, да, у женщин это называется, и юбка. Причем, Светлана, я обожаю вот этот силуэт. Расскажи побыстрее нашим модницам, как он правильно называется и кому он все-таки подойдет. 2899 рублей за этот белоснежно-серый, такой приятный антрацитовый цвет. Ну что ж, Надька, как ты сказала, совершенно верно, мы выбираем сегодня костюм Элеонор, он представлен брендом Заря, и сразу две базовые вещи – жакет и юбка. Я расскажу вам маленький секрет. Совсем недавно мы с Надей вели модную рубрику, и она призналась, что у нее была когда-то мечта выйти замуж в свадебном платье, чтобы была форма рыбки. Да. На самом деле это форма ГД. Вот сегодня мы специально надели этот костюм на нашу Надежду. Мечты воплощает наш телеканал Шоп-н-Шоу и рубрика «Мода». Давайте посмотрим сейчас на то, что компания «Заря» вообще славится вязаными трикотажными изделиями. И сейчас, когда сезон холодов, женщинам хочется утеплиться, но при этом они выбирают универсальную, качественную одежду. Мы сегодня поговорим еще и о комфорте. Это вязаное полотно. В текстуру нашего вязаного полотна входит шерсть, фан и входит хлопок. Так. Вы представьте себе, что это совершенно экологически чистые волокна, которые доставят вам массу комфортных ощущений. Наша Надежда сегодня в роли модели демонстрирует потрясающий костюм Элеонора. Надь, я сразу тебе хочу сказать слова признательности и вот просто выразить, насколько ты прекрасна, тебе действительно идет этот фасон. Слушай, ну спасибо, Свет, я обожаю действительно вот этот силуэт рыбка, силуэт ГД. И, друзья, что я хочу сказать, то, что здесь есть хлопок, да, я это ощущаю. То, что здесь есть шерсть и фан, это прекрасно, потому что все-таки февраль, весна будет тоже холодной. Это сезонный выбор. Если вы искали, чем же себя немножечко освежить к весне, чем порадовать, выбирайте костюм Элеонора. Будете носить его сейчас и в марте с удовольствием. Итак, но помните о том, что завтра этот костюм, куда-то я уже пошла далеко, да, этот костюм будет дороже на 1000 с лишним, 1700 рублей, друзья, поэтому не теряйте свои выгоды, звоните сейчас, пока утро, пока еще свободные операторы. Сразу хочу сказать, давайте обратим внимание, как костюм сидит. Это все благодаря правильному вязаному трикотажному полотну. Вы знаете, что компания «Заря» славится своими вязаными изделиями, прежде всего потому, что они проходят контроль качества уже там, на предприятии. Каждая деталь нашего костюма, клинья юбки, вначале вывязывались по лекалам, созданным дизайнерами. Затем, после этого, они проходили обработку, отпаривание. Ткань вылеживалась, а потом вновь выпаривалась для того, чтобы костюм не потерял своей формы, когда вы будете его носить. Вот вы знаете, мы с этим костюмом проделывали эксперименты. Мы в нем сидели, мы в нем ходили, но ничего с изделиями не произошло, потому что это качество бренда «Заря». Давайте посмотрим сейчас на вязку. Посмотрите, какая она различная. На юбке вязка одна, а на жакете мы видим цветочный принт. Вы можете себе представить сложность этой работы, дорогие друзья. Я сейчас продемонстрирую вам, что это действительно вязаное полотно. Здесь мы используем меланжированные волокна черного и серого цвета. Поэтому обратите внимание, вот она, идеальная вязка. И мы видим с вами сейчас оригинальный принт. Но у меня, Светлана, к тебе вопрос, который меня мучает буквально с утра сегодня. Когда я надевала этот костюм, я понимала, что в юбке подклада нет. И в жакете его тоже нет. Но по моим, как бы, знаниям, да, еще, можно сказать, с детства, я знаю, что костюмы должны быть на подкладочной ткани. Вот этот момент меня смутил. Можешь пояснить, пожалуйста, все-таки в чем здесь дело? Почему нет подклада? Самое главное, давайте вспомним о том, что в вязаном полотне есть натуральный хлопок. В данном случае костюм трикотажно вязанный, а мы все знаем о свойствах трикотажа. Он подстраивается под нашу фигуру. Надюш, я попрошу тебя сейчас сделать энергичные движения, и мы доказываем, что наш жакет комфортен. Подожди, это еще не все. Так как в состав входит хлопок, ты представь, тебе приятно по тактильным ощущениям, ты чувствуешь свежесть, да, и тепло. Ну а подкладочная ткань сковывала бы наши движения, и наше тело бы так уже не дышало и не согревалось. Здесь у нас идет с вами контакт.
с тканью и с натуральными волокнами шерсти, хлопка. Ну, а панк позволяет не потерять форму нашего костюма. Ну что ж, теперь для меня все окончательно ясно. Дело в том, что этот жакет, он действительно, друзья, тянется. Он такой приятный на ощупь. Вы с удовольствием будете носить его каждый день. Друзья, каждый день. Вот бывает, что купишь красивый пиджак, а он висит, жакет, потому что не хочется его надевать, он сковывает движение. Здесь этого нет. Это потрясающе. На каждый день готовый образ. Друзья, и еще раз, цена 2899 рублей. И пока у нас есть наличие этот товар, не успейте взять, потому что получается цена одной вещи, юбки или жакета, меньше 1500 рублей. Это выгодно. Ну, а я хочу, в свою очередь, как ваш стилист, сказать, что юбка Годе считается уже классикой. Она пришла к нам из Франции и так полюбилась нашими женщинами. Еще и за то, что она скрывает наши бедра. Если вы хотите в этом костюме постройнеть за одну секунду, конечно же, костюм Элеонор от бренда, русского бренда, компании Заряд российского бренда, подчеркнет ваши соблазнительные формы. Посмотрите, я вот в таком костюме поехала бы в Лондон к самой королеве. Хочу сказать, выглядело бы даже лучше. А я бы в нем отправилась на свадьбу спокойно, потому что выглядит достаточно нарядно за счет яркого верха и сдержанного низа. Друзья, у нас есть потрясающие цифры. Дело в том, что на прошлой неделе, когда первый раз этот костюм был сюда привезен и был показан вам, дорогие наши зрители, за час было продано 276 комплектов. К чему я это говорю? Если вы никогда не делали покупок на телеканале Shop & Show, если вы нас только смотрите, только привыкаете к нам, друзья, не тяните время. Вот это ваш шанс. Обновка на весну. Это же потрясающе. За такую цену 2899 рублей. Вопрос к эксперту. Как же ухаживать за этой красотой? Ну, я, во-первых, Надюш, хочу сразу тебя поправить. Мы покупаем костюм Элеонор на весь год, потому что не забываем, что в состав входит хлопок, который позволяет нам дышать, шерсть и панк. И сразу несколько слов о правильном уходе. Помните о том, что если в состав ткани входит шерсть, хлопок, это натуральные волокна. За ними нужен специальный уход. Я сейчас говорю не про порошок, а про воду. Они не любят горячей воды. Так. Поэтому при стирке мы используем температуру воды до 30 градусов. Угу. И помним, что стирая костюм Элеонора, мы сильно его не выкручиваем, угу, а раскладываем на хлопчатобумажном полотне или на махровом полотенце. Ясно. Раскладываем в горизонтальном положении, значит, сушим. Друзья, итак, каждую минуту оформляется один заказ. Уже сейчас мне подсказывают, что у нас ажиотаж в колл-центре создался, потому что много звонков именно на этот лот. Не зря мы с него начали. Всего в наличии на сегодня нам выделено 275 костюмов. Друзья, это мало, крайне мало. На 27 миллионов вас, довольных телезрителей.